Здравствуйте, мои родные. Кто нам не рад, тоже здравствуйте. Вот специально на небо показываю. Небо, смотрите. Вот в тень зашел. Небо, смотри, какое. Голубое-голубое. Красивое-красивое. Тут, блин, свернем, чтобы небо не закрывало. Вот так, маленечко. Вот, на солнышко вышел. Смотрите, как красота. И вот мне тут подписчики спрашивают, а что у вас, как они это называются, химтрейлеры? Ну, такие, от самолетов такие полосочки остаются. Да вот, смотрите, рады мои, на наше небо. Так вот, здесь с 75-го года живу, с прошлого века, в этой деревне. Будучи еще мальчиком, приехал сюда, в четвертом классе. Так вот, рады мои, здесь я, эти химтрейлер, блин, свиньи тут у меня, блин, химтрейлов, или как там правильно называется, ни разу не видел, рады мои. Хотя в 100 километрах примерно, ну, чуть побольше, находится аэродром пассажирский в Иркутске. А вот от меня здесь, километров 20 примерно, находится военный аэродром. Так вот, гражданский самолет-то с Иркутска-то я практически здесь и не видим. Ну, так, может, не замечаем. А вот эти военные, они, рады мои, вот сейчас нету, а достают. Вот ржем между собой солярку выдали людям, блин, летать начали. Только сейчас солярки дать нету, не летают. И вот небо-то чистейшее. И вот эти военные самолеты, да, там есть с пропеллерами, есть такие, а есть такие. И ни разу я не видел этих химтрейлеров здесь, ни разу. А вот когда жил на Урале до 75 года, у меня такое мнение было, что самолеты всегда оставляют вот этот след белый. Так я маленьким так и думал. Самолет, это же реактивный, и у него там струя. Так что вот, думаю, над большими городами травят людей, а на деревне, на полями-то, а кого тут людей нету? Кого? Меня одного травить? На моих поросятах. Поэтому, рады мои, над городами вот и травят, как моя подписчица сказала, купол делают с этих химтрейлеров. Солнышко же даже не видно. А у нас вот солнышко, сейчас покажу. О! Вот такие пироги, рады мои. Все, рады мои, лайки, дизлайки, комментарии, подписывайтесь. Дальше еще что-нибудь такое веселое расскажу. До свидания, родные.